Для тех семей, особенно с детьми, кто собирается переехать в Хургаду, очень важным является момент устройства детей в детский сад либо в школу. И сегодня мы решили рассказать вам об одном из многих, подчеркиваю, многих детских садов Хургады, который расположен, в частности, в районе Мубарак-2 и называется Эль-Джина. А что в классе происходит? В классе мы учимся. Да? Чему? Потому что мы все узнали. Ну и чему вы учитесь, например? Арабскому. Так. Я знаю. А на каких языках вы говорите здесь в детском саду? На русском, на арабском. И я говорю. А после обеда что у вас происходит каждый день? Мы идем на улицу. Что на улице делаете? Играем. Во что? Качели. Например, качели катаемся. Еще? Мы играем, а мне что хочу. Ну, например, во что? В какие игры? Как называются игры? На горку, на горку. Например, столовые. Ой, а тут у вас обед уже. Ну, приятного аппетита всем. Спасибо. Лиза, расскажи, чем сегодня кормят на обед в детском саду? Суп, салат, рис. Суп какой? Нет. Вкусный. Да. Наш садик существует уже около 8 лет. Очень давно. Наверное, один из первых садов, который был открыт в Хургаде. Дети из каких семей ходят сюда? В основном дети... Мама египтянин, мама русская, а папа египтянин. Это в основном. Но есть дети, которые приехали с Италии, есть дети, которые приехали из Германии, то есть как бы очень много национальных. На каких языках говорят здесь дети? Между собой они говорят, могут говорить на арабском, могут говорить на английском. То есть, они какой язык первый вспомнится? Какой первый вспомнится? То есть как бы для них нет никаких преград в языке. Со мной они, естественно, говорят только на арабском. Надь, сегодня 19 февраля, вот почти месяц уже в Египте происходят разного рода революционные события, как их называют. Как это сказалось на деятельности вашего садика? Как сказалось? Ну, видите, у нас сколько детей осталось? В основном в нормальное время у нас было около 30 детей, 25-30 детей. В настоящее время у нас в саду около 10 детей. То есть это единственное, вот, что коснулось нас, как коснулось нас. Потому что очень многие были вынуждены уехать, оставшись без работы. Вот. Ну, а так в основном, наверное, никак не коснулось. Все нормально, мы работаем. Мы ни дня не были закрыты, продолжали работать. И когда это все происходило в Каире, мы продолжали работать. И даже никаких мыслей о том, чтобы закрывать сад, у нас никогда не возникло. Потому что первый раз, когда первые дни это все случалось, у меня родители все приходили и говорили: Надя, пожалуйста, не закрывайтесь, потому что нам нужен сад. Так как не все родители связаны с туризмом, у некоторых немножко другая отрасль работы. То есть вот эти родители остались, и им, естественно, нужен был сад. Мы решили работать. Как оцениваете перспективу в ближайшие на следующие месяцы?
своей работы и ситуации в городе? Именно в городе, в Хургаде. Я думаю, что время покажет в основном. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все возвращались, потому что если вернутся и туристы, вернутся люди, которые здесь живут, то есть они опять будут работать, и я надеюсь, что все будет так же, как и раньше. Маме. А я могу ходить на горки смотреть.